Вот к этому сооружению мы двигаемся потихоньку. €3. Дело платное, оказалось. Ну что тут скажешь? Башня Геркулеса. Самый старый в восточном мире, в мире маяк действующий. Построен римлянами при императоре Трояне в 1 веке нашей эры. Памятник Брёгану. Бреган основал здесь город Бригантия и построил перед ней башню. Но не эту башню. А башню он построил достаточно давно. Примерно, наверное, 800 лет до нашей эры. И достоверно известно, что уже 600 лет до нашей эры было регулярное корабельное сообщение между Ирландии и Галиции. Это, между прочим, оригинальная установленная римская табличка. Уже тогда был ЮНЕСКО, я обратил внимание. Конечно. Нет, вот эта надпись. Многие могут подумать, что он так прекрасно сохранился. Это древние римские строители так хорошо строили. Но нет. Маяк восстановлен в 1750 году. А еще я долго пытался как бы понять, почему он именно здесь находится. Все очень просто. Это самая восточная, самая северная точка вот этого всего испанского побережья. И вот это вход в огромную туда, уходящую туда, хорошо защищенную морскую бухту. Ни волны, ни ветра. И весьма такой любопытный факт я еще выяснил. Если римляне построили этот маяк где-то в начале, в 1 веке, то 60 лет до нашей эры всем известный джентльмен Юлий Цезарь зашел вот туда вместе 70 римских трирем и полностью положил конец кельтскому владычеству, и это все перешло под контроль Римской империи. И на месте маяка был построен вот этот. Есть еще один любопытный факт во всем этом деле, что чертежи и вообще вся конструкция вот этого маяка — это уменьшенная версия маяка в Александрии, 1:3. Высота этого 30 метров, в Александрии он был 100 с небольшим. Последний исторический факт. Вон там, в короне, я нашел фреску, где такая высотой 1.2 метра. И на ней было изображено все 7 старых кельтских наций. Это как бы Ирландия, Шотландия, Британика, Уэльс, Isle of Man и Галиция. Вот это место. Историческое место. Всегда хотел здесь побывать. Жалко, нельзя зайти внутрь. Все-таки Испания. А уже пятница. Кто будет работать 3 дня в неделю-то? Ну, как тебе
старые развалины, древняя конструкция. Смотри, смотри, вот так снимай. Оп. Оп. Прекрасно. Ну, вы сделали это? Чего это? Нашли маяк? Нашли маяк. Тут древние раскопки показали, когда искали город Бригантика. Нашли поселение, которым больше 3000 лет до нашей эры. Так что люди тут жили давно. Финальный кадр.